В Москве состоялась четвертая международная и единственная в России выставка кастом-дизайна Art Custom Draft. Такого не встретишь ни на одном автосалоне или традиционной автомобильной экспозиции. Здесь, в гараже бывших членов ЦК, размером свыше 1500 квадратных метров, показали кастом-проекты, большинство из которых ранее не выставлялись нигде. В первую очередь это, конечно, измененные кастом-автомобили, мотоциклы, большое количество арт-работ, начиная от всяких зарисовок, скетчей, а также всякие популярные сейчас кастом-покрас, то есть переливающие флейки, кэнди, то есть краски. Ну, это такая новая волна, я бы сказал. На выставку съезжаются любители автомобильных переделок со всей России и ближайшего зарубежья. Есть ребята с Крыма, с Симферополя, есть Нижний Новгород, есть Челябинск, кстати, очень активно тоже участвует у нас. Все собравшиеся здесь любители чего-то поострее. Кастомайзеры признаются, что на автосалонах им невыносимо скучно, поэтому приходится самостоятельно наносить яркие пятна на дороге общего пользования. Как, например, в случае с этим культовым Chevrolet Nova 1970 года выпуска. В автомобиле не только переставлен мотор, который теперь выдает около 700 сил, но и, в принципе, переделано все. Установлена современная коробка-автомат, которая будет выдерживать эту такую нагрузку. Переделана полностью подвеска. Спереди установлена спортивная подвеска на регулируемых стойках. Тормоза 6-поршневые спереди Wilwood. Сзади 4-поршневые тормоза. И сзади установлен мост, который позволяет его настраивать, регулировать, то есть дает автомобилю возможность ездить нормально. Уже в наступающем сезоне этот автомобиль можно будет увидеть на старте соревнований по дрэг-рейсингу в Мячкове. Осталось лишь доделать проводку.